Друзья, всем доброго времени суток. Веду свой репортаж из Сербии, плантации голубики. Вот. Хочу рассказать, точнее, дорассказать историю. Вот я вносил мицелий на зерно пшеницы в три банки. Мицелий был гриба ежовика гребенчатого, та же коралловый гриб называют, львиная грива. Одна банка, вероятно, при внесении мицелия я заразил бактериями какими-то, попали туда бактерии, и зерно скисло. Но две банки успешно вот начали прорастать грибы. Вот, ежовик гребенчатый. Успешно прорастают, контаминации не видно, то бишь заражение. Зерно чистое, вот проросшие гифы мицелия. Сам гриб вот вылазит. Вот про это хотел рассказать. И плюс вот такая вот приятная вещь. У нас миндаль, посаженный 2 года назад, забыл какой-то сорт американский, начал цвести. Правда, что обидно, у нас ближайшие 2 ночи обещают заморозки до -1. Не знаю, цветы побьет, не побьет мороз. Вот до этого стояла великолепная погода. Было где-то вот на 8 марта, 7 марта было порядка 20 градусов днем. 18-20, сейчас точно не помню. От 15 до 20 там разные дни были. Было очень тепло, хорошо. Но вот миндаль зацвел, один из двух посаженных. Посмотрим, завяжутся плодики. Побьет мороз, не побьет мороз. Вот, вот такая вот интересная информация. Ну, кому интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем удачи и хороших урожаев!